Сейчас перед трибунами пройдут участники 8-й скачки прощального приза на лошадях 4 лет и старше арабской породы. Дистанция 2000 метров. Первый номер «Мудрец» владельца Юрия Кондрашова. Скачет жокей 3-й категории Данил Перевозчиков. Второй номер «Дайлер» Хреновского конного завода. Победитель приза «Насима». Скачет жокей 1-й категории Имран Марданов. Третий номер «Тунгус» владельца Юрия Тимченко. Победитель приза «Песняра» скачет жокей 1-й категории Юрий Тихонов. Четвертый номер «Сорбонна» Терского конного завода скачет Дмитрий Коназов. Пятый номер «Камасутра» Терского конного завода скачет мастер жокей Шамиль Хатков. Шестой номер «Наш» Терского конного завода скачет жокей 3-й категории Евгений Бигбаев. Участники прощального приза в боксах. Дан старт 8-й скачки прощальному призу. Прием выигрывает Дайлер. Скачку повел Дайлер. Броском Сорбона выходит вперед. Впереди Сорбона, на втором месте Дайлер. Далее Сорбона отрывается от преследователей. На втором месте Дайлер. На третьем «Наш», далее «Камасутра», «Мудрец», замыкает скачку «Тунгус». Скачку ведет «Сорбонна», на втором месте «Дайлер», на третьем месте «Наш», далее «Камасутра», «Тунгус», замыкает скачку первый номер «Мудрец». По противоположной прямой скачку впереди скачку ведет Сорбона с большим преимуществом. На втором месте Дайлер. Далее с большим просветом. Третьим «Наш». Четвертый «Камасутра». «Тунгус» замыкает скачку первый номер «Мудрец». У отметки 1000 метров впереди Сорбона. Вторым «Дайлер». На третьем месте «Наш». «Камасутра» подтягивается. «Тунгус» замыкает скачку «Мудрец». В левом повороте «Дайлер» приближается к «Сорбонне». А далее тройка лошадей делает мощный бросок по горке. Впереди «Сорбона», на втором месте «Дайлер». На третье место выходит «Камасутра», «Наш». «Тунгус» замыкает скачку первый номер «Мудрец». На финишную прямую компанию выводит «Сорбонна». Впереди «Сорбонна», вторым «Дайлер». На третьем месте «Камасутра», далее «Наш». «Тунгус» замыкает «Мудрец». «Дайлер» вплотную приближается к «Сорбонне». Впереди «Сорбонна», вторым «Дайлер». И на третьем месте «Камасутра». «Сорбонна» впереди. «Дайлер» вторым. «Дайлер» предпринимает попытки достать «Сорбонну», но уже это невозможно. Прощальный приз выигрывает «Сорбонна». Вторым финиширует «Дайлер». На третьем месте «Камасутра». И на четвертой выходит «Тунгус». Далее «Наша» замыкает скачку «Мудрец». Приз на лошадях 4 лет и старше арабской породы на дистанцию 2000 метров выиграла 4 номер «Сорбонна» Терского конного завода. Тренер Игорь Григоров, скакал Дмитрий Коназов. Резвость 2 минуты 33 и 1 десятая секунды. На втором месте второй номер «Дайлер» Хреновского конного завода.
Тренер Алла Кайзер, скакал жокей первой категории Имран Марданов. Резвость 2 минуты 33,4 секунды. На третьем месте пятый номер Камасутра Терского конного завода. Тренер первой категории Мурат Байрамкулов, скакал мастер жокей Шамиль Хатков. Резвость 2 минуты 35,7 секунды. И на четвертом месте третий номер Тунгус, владельца Юрия Тимченко. Мастер-тренер Виталий Тихонов, скакал жокей первой категории Юрий Тихонов. Резвость 2 минуты 37 секунд. Победители прощального приза приглашаются на награждение. Происходит награждение победителей прощального приза. В награждении принимает участие президент Ассоциации арабских заводчиков Сергей Ермолов. Ну а призы получают Терский конный завод в лице очкона Терского конного завода Ольги Бирюковой, тренера Игоря Григорова и жокея Дмитрия Конозова. Поприветствуем победителей прощального приза! Традиционный, так сказать, финальный круг почета для лошадей арабской породы в этом году. Перед трибунами Терский конный завод. 3 приза из 4 возможных. За ними сегодня. Ну и давайте еще раз поприветствуем Терский конный завод.